Быстрый слоеный пирог с творогом и клубникой. Сейчас сезон, давайте готовить вкусный десерт. Для начинки берем 200 грамм творога, 1 яйцо, сахар 3-4 столовые ложки и сметана 2 столовые ложки. Все хорошо перемешаем. Рабочую поверхность посыпаем мукой, заранее размораживаем слоеное тесто дрожжевое 200 грамм. Тесто раскатываем, желательно в одном направлении. Укладываем тесто на противень, который мы застелили пергаментом, а на пласт теста выкладываем творожную начинку. Отступаем от краев. Во время выпечки края поднимутся и начинка не будет вытекать. На творожную начинку укладываем клубнику. Я порезала ее на две части. Как аппетитно! Сверху я посыпала сахарной пудрой и ставим запекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 20-25 минут. Аппетитный пирог готов! Вкусно, просто и так быстро! Сверху я полила растопленным шоколадом. И настоящий десерт готов. Можно подать шариком мороженого. Я думаю, дети и взрослые будут в восторге от такого десерта. Понравился рецепт? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.